Он родился, вырос во Владимире, у него было оконье волжское. Угу. Он с этим приехал и быстро переучился в Москве, потому что он пытался поступить в школу-студию МХАТ. И, конечно, с этим вот таким вот произношением, на какую сцену можно идти, только если мужиков в пьесах Островского играть. Ну вот, ну это слишком узкое амплуа. Борода, так да, тем более для такого щупленького, низкорослого мальчугана. Ну вот в 17 лет у него был этот металл, одетый в бархат, как потом будут объяснять этот тембр. А Череповец — это Вологодская область, да? У вас... Исторически это Новгородская губерния, а Вологодская область — это с 37 года. Ее так скроили при там советской власти. Там не окали? Конечно, окали. Вы окали? Нет, я не окал, я все время профессией занимался, но я могу переключить и заговорю на... Не, ну это не то, ну в детстве не окали. Ну, мне мои знакомые говорят, что я в разговоре начинаю, но я знаю за собой в разговоре, я если буду тихо и спокойно и долго говорить с грузином, то я начну говорить с акцентом. Перенимать акцент, да, у меня есть в одном интервью Шеварнадзе, давно еще в 90-х, там, в 92-м что ли году, да, есть вот прям кусок, когда я сам слышу, что, боже мой, я так включился в этот разговор и в этот темп, и вот это вот... Мы должны понимать, что и ты уходишь вот в этот речевой поток. Нет, а этот я просто знаю, как это звучит, и все мне знакомо. И кроме того, ну скажем, поэзия Рубцова для меня не на вологодском диалекте вообще не звучит. Это что мы там мне поставят памятник на селе, буду я и каменной на веселье. Я буду долго гнать велосипед. Да? Ну, это еще живет как-то, потому что Барыкиным это было перепето очень, с очень сильным аканьем. Да, таким, ну, как это наоборот, на эстраде, да. на наглой эстраде, такой развязанной, принято очень акать. Да. Но там топ до топ, от кустика до кустика, неплохая в жизни полоса, пролегла дороженька до устюга, через город, по тьму и леса. Это так приятно слушать. Да, это вот так у нас говорят. Ну, а мы все хэкаем и шокаем, нет, даже если говорим по-русски. Еще, да, конечно, нет, русский вообще очень широкий. В этом Кубань смысле, тоже хэкает и шокает. Да, и Кубань говорит и на Москву, и я тебе говорил за то, что мама приехала там и так далее. И весь юг, и Украина, говоря по-русски, и Кубань, и Ростов, и все, говорят, кушают. Это совершенно, знаете, для северного уха, совершенно, я кушаю. Это такое, ужас, такое, да? Такое жеманство, какая-то мальвина. Откушайте. Мальвина так может о себе говорить, я кушаю. Я ем.